Здорово. Ну и что, сколько? Ты уже восстанавливаешься? Я вот только сегодня прилетел. А, только операцию? Где, в Италии? Нет. Где? В Новосибирске. А, в России? Что, там хороший врач? Да, отличный врач. И что, после него нормально? У него уже был кто-то до тебя? Да. После таких травм? И что, они играют все? Реабилитация главная. Самое главное. Не, ну это да. Поэтому все в Италии или в Германии, потому что там реабилитация. Они сразу уже там через неделю начинают в тренажерку ходить. Да? Ну у нас Бруно, что, сразу тоже начал. Мне через месяц сказали, ну, месяц вообще не разбирал лангетку ногу. Снять. Уже не хромать, ходить нормально. А твою связку ставили или имплант? Да, мою. Да? Ну да, это тяжелое еще время для тебя будет, если честно, психологически. Да. Но мне тоже делали вот сейчас первый раз, но мне тоже не под общим, мне прям вкололи, так я тоже не чувствовал. Да? Да, вот он сказал, сейчас тепло пойдет по ногам, и тепло пошло, и все, я ничего не чувствовал. Лег, мне вот сюда иголку поставили. Видимо. А тебя привязали, да, вот так? Нет. Нет? Мне потому что привязали. Потому что я там начал сразу, только началась операция, мне, во-первых, тошнить, ну, захотелось. И я что-то начал руками, они сразу привязали. Но честно, не очень хорошее чувство. Лучше бы отключили полностью, я так подумал. В первую лигу уже. Они же в первую лигу уже. Да. Ну ладно, что, удачи. Не буду тут это банальные слова говорить, потому что они тебе не помогут, только сам ты себе поможешь. Ну да, я сам буду. Но психологически трудно тебе будет. Но с другой стороны, что, делай. Все упражнения делай, потому что чем лучше, потому что вот сейчас Файзулин 2 года не играет. Угу. Из-за того, что ему так же только в находке сделали операцию, и до конца он, ну, не дотренировал, то есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит. Ну да. Ну все, что, восстанавливайся. Может быть, еще увидимся тогда на базе. Давай, все, пока.